Ё-моё, видео. Фото хотела сделать. А получилось видео. Короче, я домой еле иду. Я натерла этим себе мозолями, а на обеих ногах, на пятках. Ну, иду, конечно, я стойко. Во мне даже и не видно, что где-то мне больно, что-то у меня не так. Все у меня прекрасно. О, боже мой. Еще я споткнулась только что. Вот. У меня все равно все прекрасно. Но сегодня не знаю, вроде. То ли я уже привыкаю к этой жаре, но мне кажется, нормально. Прям это хорошо. Мы, кстати, сегодня едем снова купаться. Мы поедем купаться. Я сейчас... Сколько время? 11. Я уже иду домой. Все, я отработала. Я отработала на сегодня. Завтра тоже никаких дел. Послезавтра нам к ортопеду с Витюхой нужно будет. А потом все документы нужно будет занести к нам на участок. Все записи врачей. И все, я так думаю, комиссия у нас пройдена. Здравствуйте. Так. Какая-то кошка идет. Рыжая. Рыжесерая. Птичка летит. Стрекоза. Уже стрекозы, представляете, летают. Сейчас вот услышите. Витёк услышит, как дверь будет мне уже кричать: «Мама!» Нет, сегодня он мне не кричит. Сейчас догола разденусь и одену какую-нибудь майку длинную. И все. И буду я так ходить в ней. Александр. Опс. А, и сегодня я накрашена. Даже перекрашена. Ку-ку. Кто дома? А? Кто дома? Тишина. Наверное, никого нет. Так, раздеваемся. Классная вот это, в ней вообще не холодно, не жарко. Сегодня я отменю. Ой. Не, вот так нормально, я специально пораньше сегодня выехала, я уже в 8 утра, уже меня дома не было. Пораньше вышла, чтобы пока не сильная жара, поработала. И все, а потом уже дома. Ну-ка, все еще спит. Я думаю, что он мне не кричит. Душняк, жиришка. Знаете, что я хочу? Это у меня овсяная мука. Сейчас я из нее сделаю овсяное молоко. Очень пить хочется. Я так думаю, что 1-2 будет достаточно. Мне такое нравится. Нужно сделать домашнее овсяное молоко. Это все равно не то, а домашнее, например, классно. Вот и все. Ох, сейчас попью. Галка на учебе. Аж до 3. Пока домой приедет, будет уже, наверное, часа 4.
поест. Я пока дома сейчас все сделаю, приберусь. Там стирка собралась, постираюсь. Блин, вкуснятина такая. Не знаю, я люблю такое. Сколько время? Только 11. Это и сытно. Вот таким можно заменять ужин. Только он не заменяется. Надо попробовать. Надо уже за себя браться. Уже возраст как-никак. Надо следить за питанием, за давлением, за сердцебиением. Головокружением. Хотя сейчас-то что? Сейчас я живу, наслаждаюсь прям каждым днем. Нервы мне никто не трепет. Поэтому моя эта нервная система сейчас в порядке. Ну, прям густое. Вот тут внутри. Сейчас я сделаю свое молоко. Точно. Но его много пить нельзя, мне кажется. Все. Овсяное молоко продается в аптеках. Кто-то там по мне полз. Таракан какой-то. Так, все, сейчас я переоденусь и буду снимать.